Ну что, господа, пацаны все в сборе, Шрек на месте, Наклз уже тут, психоделическая овца существует, присутствует, замечательно, это означает, что сегодня мы проходим карту от подписчика, где, по идее, будет какой-то сюжет. Пока что я не знаю, что здесь будет происходить, но автор написал, что он использовал очень много командных блоков и делал карту более 2 недель, спасибо тебе огромное за старание. Сейчас мы будем приступать, потому что здесь есть следующее, всезнающий снежок, выкинь на пол, чтобы прочесть правила, окей, звучит интересно, надеюсь, вам понравится сегодняшний видос. Вы поддержите вашим лукосом вверх. Давайте попробуем набрать, я даже не знаю, 3 лукоса. Пусть будет всего лишь 3. Рандомный комментарий залетает от Михаила, который пишет: камень, ты бы продал свой стол за 100 рублей. Да я бы его бесплатно отдал, забирайте, боже мой, приезжайте, отдам. Что ж, господа, давайте приступать. В смысле выкинь на пол? Прям вот так вот выкинуть? Отлично, мы прочитали правила. Ну что, господа, я пошел переустанавливать карту. Походу мы что-то не то сделали. Окей, что ж, карта переустановлена. Давайте попробуем, я не знаю, выкинуть на кнопку Q эти правила или... А, так вот, как значит, надо было их выкидывать. Надо было уточнить, что на кнопку Q. Здравствуйте, меня зовут Никита, это моя первая карта. Поэтому я пытался сделать ее как можно лучше. На ней нет определенного количества уровней. Но есть какой-никакой сюжет. Надеюсь, тебе будет интересно. Частицы все при рисунке 8 чанков. Сложность хард читерить нельзя, хотя... Нельзя, ну окей. Карту я тестил с пампоинт, работают багов не нашел. Или их мало. Все нормально, короче говоря. Чуть не забыл. На карте есть пасхалки. Могут быть и в сундуках, и в рычагах, и в общем везде. Ладно, удачи в прохождении карты. Чтобы начать проходить карту, войди в портал. Никит, спасибо тебе большое за то, что ты постарался сделать для меня эту карту. Мы теперь прочитали правила. Думаю, мы уберем этот стежок вот сюда. Мне написали то, что даже рычаги могут давать мне пасхалки, но вроде бы это не вот эти рычаги. Поэтому, ну что, господа, гоу приступай. Давайте посмотрим, что это такая карта, что за испытание, что за сюжет, что здесь происходит. Алло, объясните мне, пожалуйста. Кстати, погодите, у меня хард стоит. Вроде бы у меня все стоит как нужно, поэтому окей. Ну что, очнулся? Ты у меня в гостях. Кто я? Неважно. Да в прошлом вечером вел себя плохо. Теперь будь добр, отвечай на совершенное. За совершенное. Окей, так как у тебя особо нет выбора, ты будешь выполнять мои поручения. Если все делаешь хорошо, может быть, отпущу на свободу. Ну что ж, пора переходить к твоему первому заданию. Эй, ты, снимите с его головы мешок. Ну, теперь скажу тебе, что от тебя требуется. У меня сломался генератор энергии. Тут спрятан его активатор. Найди его и сможешь пройти дальше. Опа, ну все, приехали. Кто ты такой? Зачем ты меня куда-то утащил? Анонимус, если что, это анонимус. Окей, понятно. Для пасхалки. Окей, пасхалки мы будем стараться находить. Если найду, то извиняюсь, друзья, я иногда бываю слеповатым. Ну, бывает такое с Кейном. Что мы видим здесь? Что это за место? Это кнопка. Это кнопка, которая делает... Просто ничего не делает. Замечательно. Зачем я сюда пришел? Зачем здесь это было место сделано? Непонятно. Ну ладно, хорошо. Хотя бы мы его нашли. Возможно, это было идеальное место для пасхалки, но не тут-то было. Еда всякая пока что мне не нужна. Почему иду по центру без коры? Сам не знаю. Отвернись. Вот этот. Без коры. Ну и пусть без коры. Погодите, тут еще что-то есть. Кнопка или что-то, или где-то. Я не вижу там ничего такого интересного. Я не вижу там кнопки. А нет, я вижу кнопку. Бум. Это, опять же, не она. Черт возьми. Окей, хорошо. Здесь, возможно, тоже есть кнопка, но я ее, опять же, не могу увидеть из-за того, что здесь эта трава. И с этой стороны тоже ничего не вижу. Окей. Здесь пожаренное мясо. Думаю, мы его возьмем. Пусть будет, если мы вдруг проголодаемся. Так, какой-то генератор энергии. Как он будет выглядеть? Я так понимаю, нам просто нужно найти кнопку. Правильно ведь? Правильно ведь я мыслю, господа? Правильно или неправильно? Так, давайте думать, где, шо, куда, зачем и почему. Может быть, домой зайти вот сюда? Что у нас здесь есть? Люки. Интересненько, сейчас мы спустимся. Что у нас здесь? Может быть, за картиной что-то спрятано? Погодите, нет, за сундуком что-то есть. Что-то там я вижу. Это, конечно, очень мило, что там что-то есть. Погодите, дайте-ка я, прежде чем мы спустимся в этот странный проход, дайте-ка я обойду с этой стороны. Это какая-то что-то типа печки или как это работает? Что это, простите? Но я там ничего не вижу, поэтому ладно, гоу. Наверное, все-таки заползем куда-то туда вниз. Посмотрим, что у нас есть вот здесь под землей. Вот как значит, не генератор написано, если что. Ты нашел пасхалку, спасибо большое. Пасхалка, это, конечно, очень здорово, но это не генератор, черт. И где он может быть? Может быть, в одной из этих бочек? Нет. Так, господа, и что мы тогда делаем? Может быть, сори, я не хотел этого делать, но мне пришлось. Вот это место меня немножко напрягает. Как будто бы вот там что-то должно быть, но там как будто бы типа и ничего нету, но одновременно что-то типа должно быть. Возможно, нам нужно... запрыгнуть каким-то образом на вот это дерево. Я вижу, паркур сейчас уже начинается прямо вот здесь. Давайте посмотрим, что у нас здесь наверху. А наверху у нас спуск или что это? Погодите. Так. И дальше что? Ну тут же ничего... Погодите, для чего здесь это сделано? Вы издеваетесь? Может быть, для того, чтобы заползти примерно вот сюда. Опа.
Опа. Молодец, ты смог активировать генератор, но расслабляться не стоит. Хорошо, мы не будем расслабляться. Теперь возьми все необходимые инструменты в сундуке и построй строение, которое будет точно соответствовать 3D-модели слева. Какой еще 3D-модели слева? Вот этой 3D-модели. А, как это было громко! Построй строение, соответствующее постройке слева. Йоу, почему это было так громко? Какой постройки-то? Погодите, что мы строим? Что мы строим? У меня есть куча... Куча незритовых черных блоков серых. Построй. Теперь я понял. Окей. Хорошо. Значит, строить мы будем на память, да? Хотя даже не на память, мы же можем, по идее, как бы, ну, смотреть, что мы строим. Слушайте, декорации очень крутые. Видно то, что подписчик реально разбирается в командных блоках. Ну, просто класс. Тем временем, дайте-ка я быстренько проверю, что у нас за картинами. А вдруг какие-нибудь пасхалка вроде бы нет. Ну что, гоу строить? Что мы видим здесь? Значит, 3, 3, 3, 3. Значит, 1, 2, 3. О, погодите, вот же она. Бабушкин борщ. Вкусно, разве не? Да, вкусно, конечно. Окей, по 3 назритого блока в каждом углу этой платформы следующим образом. Отлично. Что мы делаем дальше? Значит, по одному блоку в каждое направление. Окей, одну секунду, дайте-ка мне сделать следующее. Я поставлю здесь кирпичи. Погодите, а как мне повыше-то забраться? Окей, вот так хотя бы. И вот этот вот сюда. Теперь нам нужно взять вот эту кирку для того, чтобы, так сказать, сломать все эти блоки, которые мы ставим. То есть мы сломаем вот этот блок, сломаем обратно вот этот блок. Теперь мы поставим еще один здесь и еще один здесь. И, по идее, нам нужно поставить еще один изритый блок вот сюда. Правильно я все делаю? Как вы думаете, друзья? Вроде бы правильно, вроде бы все нормас. Значит, на каждой этой колонии нужно сделать одинаковую дичь. Поэтому давайте мы поставим это сюда. Это сюда. Теперь на изритый блок. На вот эту дичь. И теперь, как бы, да, придется все-таки это ломать. Давайте поставим один блок. А вот сюда. Слушайте, это довольно-таки много времени у нас займет, но я думаю, я смогу. Я же смогу, друзья, вы же в меня верите. Погодите, топор не надо. Лучше кирку использовать. Изи. Окей, последняя. Хотя нет, я только две построил. Черт, как же долго. Окей, одну секунду. Мы ставим это сюда. Ставим это вот в это направление. Теперь мы кладем сюда еще один блок незерита. Ставим еще одни кирпичи сюда. И еще, пожалуй, один блок незерита вот сюда. Следующим образом ломаем, ломаем и ломаем. Замечательно. Окей, последняя по колонна. Мы сделаем это таким вот образом. Встаем вот сюда, так намного удобнее. Не знаю, почему я с самого начала не сделал это именно вот таким способом, но да ладно. Есть, дальше что мы делаем? Теперь между вот этими двумя блоками есть еще один блок незрита, у нас ровно 4 осталось. Давайте уже достроим этот незрит, но опять же забираться туда, как мне лень. Ну да ладно, давайте сделаем 1, 2, 3, 4 и 5. Ага, отлично. 1 и 5. Отлично, отлично, отлично работает. Так, теперь это сюда и вот это вот сюда. И последний блок следующим образом. Назрит готов. Теперь мы можем все вот эти блоки собрать обратно. Главное их не потерять. Собираем, собираем. Это мы забираем, это мы забираем, это мы забираем. И давайте посмотрим, что же нужно делать и строить дальше. Так, это что за дичь? Значит, у нас 4 вот этих блока, которые мы теперь ставим ровно по ребру вот этого незритого блока, который мы поставили раньше. 4 на каждый, да? Вроде бы я все правильно понял. Поэтому смотрите, что мы делаем. Мы делаем 1, мы делаем 2. Правильно? Вроде бы правильно, друзья. Значит, мы делаем 1, и мы делаем 2. Отлично. Ломаем. Замечательно. Значит, мы делаем 1. И 2. Ломаем. Вот это последний блок осталось поставить. Значит, мы ставим это вот сюда. И вот это вот отсюда. Замечательно, друзья. Теперь. В самом центре у нас как раз-таки что происходило? Погодите, а где мои люки? А, люки-то вон здесь. А, погодите, у меня есть скафолдик, у меня есть строительные леса. Я откуда знал? Откуда знал я? Я не видел, я забыл. Окей, сори, бывает. Только с Кейном такое бывает, но бывает, друзья. Окей, хорошо, значит, я все понял. Теперь мы ставим это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Что происходит? Почему я не могу? Во, точно, я совсем забыл, как они работают. Окей, по идее, мы ставим еще одни. А, боже мой, как же это долго. Окей, ставим это вот до сюда. Поднимаемся, теперь ставим это вот сюда. Это мы ломаем, это мы ломаем. Ага, дальше что мы строим тогда? Давайте посмотреть. Потому что, по идее, на каждый стержень я понял. Одну секунду, дайте-ка мне стержень сначала расставить. Каждый стержень мы ставим на каждый из вот этих вот потресканных кирпичных, адских кирпичей, кирпичных кирпичей. Окей, хорошо. Что еще от меня требуется? А, вот эти полублоки мы внизу раскладывать будем. Но наверху там вроде бы больше я ничего не вижу. Единственное, это люки осталось поставить. Люки, я думаю, мы изи быстренько расставим. Они должны находиться, я понял, как они должны находиться. Мы их будем ставить вокруг именно вот этого блока. 1, 2, отлично. 3, come on, алло,
три и четыре. Давай, 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 да быстрее, давай, что ж ты делаешь? Есть. Фух, замечательно. Осталось только оставить полблоки. Правильно я тебя понимаю? Правильно, вроде бы правильно. А, интересно, автоматически все сработает, как только мы достроим все это для пасхалки? Пока что я не нашел. Хотя суп, точнее борщ бабушки, наверное, это как раз таки есть пасхалка. Так, что мы здесь делаем? Значит, вот эти блоки... Все, я понял. Значит, мы ставим их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Как мы теперь расставляем вот эти, которых тоже теперь у нас восемь? Да, все, понял, все, разобрался. Давайте мы сломаем всю вот эту дичь. Это мне больше не нужно. Значит, мы раз, два, вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Вау, автоматически сработало, нифига себе, вот это механизм, поздравляю, ты справился с поставленной задачей. Ну что ж, вижу, ты добрался до этого, стоп, где я читаю, где до этого места, невредимым. Так что готовься к новому заданию. Я тебе расскажу свой маленький секрет. У меня были домашние кролики. Почему были? Да потому что они сбежали из моего дома и, не знаю каким образом, забрели в эту пещеру. По крайней мере, мне так сказал один прохожий. Твоя задача — словить всех кроликов, левой кнопкой мыши по кролику, и доставить ко мне. Для твоего дома я дал тебе очки ночного зрения, но их не очень удобно носить, так что будешь рядом с кроликом, прочно тебя ставить его без очков, вот очкой. Чего? Стоп, что я сделал? Погодите, как это работает? А, это вот так работает. Я. Окей. Значит, я вижу кролика вот там. Я вижу... И больше ничего не вижу. Окей, нам нужно добыть кроликов. Сколько кроликов нужно добыть? Ну-ка, стой. Парень. Ну-ка, нужно левую кнопку мыши по нему. Да как? Я не могу попасть. Есть, попал. Я убил его. Я его убил, друзья. Погодите, так я могу кликать левую кнопку мыши прямо... Погодите, это тоже кролик? Бум. Изи. Так, а погодите, я все правильно делаю? Я их убиваю. Окей, что у нас за картиной? Не зря же здесь эта картина. Сори, я ее сломаю. Ну, я же знал, что за ней что-то спрятано. Я же знал, друзья. Так, это еще один... Нет, это рыба. Окей, рыбу мы шлепать не будем. Так, йоу. Я вижу кролика где-то там наверху. Где-то он там забродил. А ты что за парень? Ты что здесь делаешь? Погодите, почему ты за... Загадочный торговец. Приветствую тебя, путник. Что привело тебя в эту пещеру? Говоришь, кролика этого забрать хочешь? Ну нет, просто так я тебе его не отдам. Я человек бедный, живу, где приходится. Вот недавно ошивался тут и потерял свои изумруды. А это мои последние деньги, можешь в них найти, получишь кролика. Найдите пропавшие изумруды. Да что ж это за сайт-квест такой? Изумруды класть в емкость. Вот сюда. Замечательно. Значит, кролика мы этого пока не получим. Найс. А, значит, изумруды ему добыть, да? Значит, изумруды ему нужны. Ты чё дурак, что ли? Ты чё, какие ещё изумруды? Ты чё творишь? О чём ты таком мне говоришь? Окей, одну секунду, друзья. Что если мы запрыгнем вот сюда? Запрыгнем вот сюда и шлепнем вот этого короля. У нас есть воронка. Что написано? Я не могу прочитать. Там черным текстом на черном фоне написано. Какой-то черный роза. Что за черный роза, я не знаю. Так, ладно, давайте, не знаю, попробуем сюда перебраться. Тут я ничего такого интересного не вижу, вроде бы. Правильно, окей. Хорошо, где могут быть изумруды? Мне кажется, это последний кролик у нас остался, как вы думаете? Может быть, они где-то под водой? Нет? О, погодите, раз и два. Изи, друзья, изи. Хорошо. Так, мы все еще нашли чертовы изумруды. Где могут быть эти чертовы изумруды? Кто-нибудь подскажите мне, пожалуйста, я не понимаю. Алло. А, так вот же они. Оу, это же было изи. Окей, погодите, так это получается все. Погодите, возможно, это последний кролик. А, нет, опять одел шлем случайно. Сори. Так, значит, мы кладем это сюда. Ага. Вау, спасибо, ты нашел мои потерянные деньги. Ну, уговор, забирай, короче, своего кролика. Бум! И поздравляю тебя, ты справился с заданием. Снова, теперь мои кролики никуда не сбегут. А я бы должен был тебя поблагодарить, но тебе пора отправляться дальше. Ну, готов к еще одному поручению. Тебе нужно разобраться с одной странной шайкой, пугающих горожан. Иди и преподай им урок. Йоу. Спокойно. Что за шайка? Кого будем бить? А, перед входом экипируйся. Это уже вроде как готово. Что-то еще есть? Яйце. Погодите, я потерял все свои пасхалки. Я их не положил в сундук. Вендор-сундук. Вот этот. Для пасхалки. Окей, хорошо. Ребят, ну что, мы готовы идти? Я думаю, здесь больше ничего такого нет, да? Гоу. Ну, гоу, посмотрим. Боже мой, это было громко. Погодите, я не могу пройти. А? А? Откройте дверь-то, погодите, она открылась и закрылась. О, черт, я что-то сломал, да? Одну секунду. Сейчас разберусь. Или не разберусь. Йоу, окей, ребят, мне кажется, я что-то сломал. Одну секунду, я быстренько сделал вот так, с вашего позволения. Гоу, теперь самое время. Погодите, я их не могу убить. Я не могу им наносить урон, или...
Им наносится урон вообще или как? Ау, ау. What? Сатанист меня убил. Врач. Погодите, они мне должны по идее по сюжету были убить, что ли, или как? Погоди, я не понял. Я не понял. Врач, ты не хочешь помочь? Что мы делаем? Зелье. Дверь. Ничего здесь нет такого. За картиной что-то есть? За картиной что-то есть. Ножницы могут ломать черный ковер. Окей, договорились. Черный ковер, вот этот. У нас есть пузырек на 190 градусов. А? Какой еще пузырек на 190 градусов? Вы о чем вообще таком говорите? Вот это? Slow falling. Ребят, погодите, я не понял. Я это все заберу на всякий случай, но... А что мы делаем-то? А что мы делаем-то? А что мы делаем-то? Алло? Мистер врач? Hello? Ребят, я запутался. Я что, сломал карту, что ли, или как это работает? О, вы уже очнулись, у вас было тяжелейшее состояние, но так как вы уже пришли в себя, соединяю вас с господином. Да, зря я тебе доверял такое дело, хилы это для таких разборок. Но не суть, сейчас выбирайся из больницы и следуй моим дальнейшим указаниям. Найдите выход из больницы. Погодите, у меня убрали все мои вещи, у меня их украли, друзья, у меня их просто украли, господа, я... Я немного не понял. Где мой пузырек? Я нажал на кровать. Я просто кликнул на правую кнопку на кровать. И таким образом, погодите. Yes. Нет. Да. Погодите, я явно не должен был быть здесь. Или должен? Погодите, что я сделал? Погодите, я должен был сюда пройти или нет? What? А ты кто такой? Уже пришел, присаживайся, не стесняйся. Наверное, ты уже задался вопросом, что же ты вчера такого сотворил, что попал ко мне? Да и вообще, как ты ко мне попал? Расскажу вкратце. Я со своей командой месяц планировал одно дело, а именно ограбление Центрального городского банка. У нас было все продумано до мелочей, но, к сожалению, мы не учли один факт. Какой-то случайный кучка людей неприятным образом оказавшихся возле банка в ночное время. Мы могли бы не замечать вас, но вам почему-то захотелось вмешаться в чужие дела и позвонить копам, из-за чего наша операция была сорвана. Но вы все разбежались, кроме тебя. Конечно же, тебе просто не повезло. Тебя в последний момент стукнули битой по голове. Видимо, удар оказался слишком сильным, поэтому ты и ничего не помнишь о вчерашнем. Окей. Просто какая милая история, друзья. И еще кое-что. Все поручения, которые ты выполнял, были придуманы мной. Ту кнопку спрятал я. Ту 3D-модель создал я. Кроликов в пещеру загнал я. Даже тех парней, что знатно тебя помяли, нанял я. Зачем мне все это нужно? Подумаешь ты. А затем, что на этот раз ту операцию, которая провалилась, у нашей команды будешь выполнять ты. Оу, следуй моим указаниям. Ну что, могу сказать. Иди готовься, собирайся, впереди тебя ждет первое в твоей жизни ограбление. Найс, друзья, окей, хорошо, я не против ограбить банк, друзья. Вы же знаете, я канделябр, я могу, я смогу, я все сделаю. Так, давайте посмотрим, мы все это возьмем, конечно же. Что у нас есть? Можно поставить на кварцевую колонну, это мы разберемся, наверное. Слушайте, ну, сюжет довольно-таки интересный. Короче, я настучал и даже не успел убежать нормально, меня просто биты по башке дали, и как бы вот что получилось. И меня теперь этот грабитель к себе забрал. Окей, я готов. Погодите, нет, я не готов. Я готов, окей. Ну что, ты возле банка, сейчас ночь, охраны мало, так что можешь вваливаться через главный вход, тем более, что у этого банка нету других входов. Убирай охранников, взламывай дверь и в комнате персонала возьми ключи. Дальше обносишь там все и сваливаешь. Так, еще раз давайте прочитаем, что мы делаем. Значит, убирай охранников... Взламывай двери, в комнате персонала возьми ключ от ячеек. Окей, хорошо. Ну, точнее, как хорошо? Как сказать хорошо? Скорости, это, я не знаю, это мы поставим сюда, допустим. Хорошо. Охранник банка у нас тут тусует. Погодите, значит, мне нужно... Здравствуйте. О, так мне их нужно все-таки убить. А, их все-таки можно убить, окей. Господа охранники, извините, но меня тут наняли как бы для того, чтобы вас уничтожить и как бы ограбить ваш банк. Вы же мне не сможете нанести урон, вы же нубы. Окей, значит, что мы делаем здесь? Что мы делаем? Что-то за картиной опять прячется? Нет, за картиной ничего нет. На всякий случай проверим. Нету ничего за картиной. Это мы закроем. Так. Что мы делаем? Значит, пробираемся вот сюда. Здесь у нас есть шулькер от ячеек. Ключ, но у нас есть уже... Отмычка и ключ к ячейкам. Найс. Отлично. У нас есть два ключа, которые можно поставить на кварц. Yes. Мы это сделали. Так, хорошо, что нам нужно делать? Все блоки добыть, я так понимаю, да? Давайте мы это сделаем. Изи. Теперь берем кирку. И забираем все богатство. Yes, друзья. Обносим весь банк. Вот это я понимаю, друзья. Вот это стиль Кейна. Просто грабишь банк, собираешь...
Это что сейчас было? Рамка невидима. Окей, понятно. Хорошо, интересно, что произойдет дальше. То есть автоматически, как только я сломаю все блоки, что-то произойдет. Я знаю эту карту, знаю то, как подписчик профессионально умеет использовать командные блоки. Это гигантский плюс. Очень-очень круто, Никита, молодец. Тебе не повезло, на место уже приехала полиция, пока копов немного... Погодите, это вид от камеры, я не могу двигаться, я типа вижу, как они проходят, убирай их и смотрите через забор. Воу-воу-воу, окей, хорошо, можно мне вернуться? О, спасибо. Вот это механизмы, друзья, вы это видите? Погодите, отмычка? О, я могу отсюда пройти. Ау! Одну секунду, мне их точно нужно убить? Походу, да. Давайте я выпью скорость, и таким образом они в меня не попадут. Хопа! Да черт! Я умираю. Упс, ладно, хорошо. Не очень хорошо получилось. Я просто не могу выбраться, я застрял. Здесь я застрял, я не могу выбраться. Может мне все-таки открыть тут... Окей, я снова умираю. Может быть мне все-таки вот эту дверь открыть? Черт возьми, ну-ка идите сюда. Ну-ка подошли. О, он убил. Они друг друга убили одновременно. Это как это так было? Отлично, теперь смотрись отсюда, пока еще никто не приехал. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Где забор? Что, где я? Кто здесь? Что за... Поздравляю, ты справился с этим заданием. Теперь положи... Анонимус, привет. Теперь положи все награбленное в сундук. А если не буду? Отлично, теперь ты мне больше не нужен. Но я не животное. Так что если сможешь меня одолеть, заберешь все себе, если нет... Воу-воу-воу! Анонисимус, успокойся, пожалуйста. Давай все обсудим. Я уже ограбил для тебя банк. Давай без этого. Давай без приколов. Погодите, я выпью это зелье. Я не знаю, зачем. Зачем мне это прыгучесть? Я не понимаю. Как мы его убьем-то, друзья? Ау! Что за лаги? О нет, у него есть слуга. О нет, это опасно. Я умираю. Они меня убивают. Чёртовы магмовые блоки, они меня бесят. Так, и чё, я проиграл? Типа, нет, я снова вышел. Здорово, парень. Анонисимус, значит что? А я возьму щит. А что теперь? Бум, получил по лицу. На тебе. Слушайте, как же круто, он сделал даже шкалу босса специально для себя, Анонимуса. Офигеть, это очень... Да хватит гореть ты в этих блоках. О, боже мой, это сложно. О нет, он снова призвал. Окей, это же были жесткие лаги. Так, стрелок Анонимуса, вы издеваетесь? Может быть, не надо? Ты что, прыгаешь? Ты что творишь? Ребят, это сложная битва, возможно, что я могу сказать. Я даже не знаю, стоит ли нам убивать всех парней сначала, вот этих помощников, или же все-таки стоит... Значит, что мы их убьем, они довольно-таки слабые. Так, минус, и теперь снова поехали парня колбасить. Так, он не убил с одного удара, замечательно, поехали дальше. Здорово, парень. Получай. О, нет, только не криперы. Только не заряженные криперы. Хотя, ладно, значит, что пусть взрываются, и таким образом мне их не придется даже убивать, потому что они сами взорвутся по себе, да? Правильно ведь? Отлично, камикадзе, найс, изи. Давай, что ты теперь сможешь делать? Хоп. Слушайте, мой щит мне вообще не помогает, на самом деле, здесь, друзья. Ну ладно. Получай, мистер Анонимус. Вот тебе. Только не паутина. Кто паутину заспавнил? Что происходит? Да что это за дичь такая, я не понимаю. О, какой же сложный босс. Палач. Отлично. Палач, что ты какой-то дурак ты сегодня, палач. Так. Почти убил, друзья. Совсем чуть-чуть осталось. Ну же. О нет. Его толкает его же собственный помощник. Так, последний удар. Так, еще пару ударов. Есть, нет? Есть! Изи, друзья. У-ху, мы победили. Погодите, что дальше? Нужно на рычаг нажать. Погодите, я не хочу убивать, я просто хочу нажать рычаг. Бум! Амогус, конечно же, все было сделано ради вот этого. Наконец-то, Амогус, спасибо за прохождение карты. Нашел ли ты все пасалки? И было 4. Если не нашел, не беда, возьми в сундуке. Диджей овцы, погодите, где диджей овца? Йоу. О, изи. Давайте посмотрим, какие пасхалки мы нашли. Я нашел суп, я нашел алмаз, я нашел розу, я нашел яйцо. Я все пасхалки нашел, друзья. Е-е-е-е-е-е. Слушайте, что здесь еще написано? И кинь все на пол. Погодите, а что будет, если кинуть все на пол? Вот сюда? Они танцевать будут или еще что-то? Как это работает? Кинь все на пол. Как? Кинь все на пол. Я кину все на пол. Должно что-то произойти? What? Что мне дали? Палка? Разрывалка. Окей, не бери в руку, пока не попрощаешься с картой. Вот это красота, друзья. Вот как делаются офигенные карты. Никит, ты просто сумасшедший парень. Ты как это вообще все такое сделал? Ребят, и смотрите, теперь эта палка делает следующее. По идее, нет? Палка, разрывалка. Почему она не работает? Я попрощался с картой, я хочу ее взорвать. Погодите, может быть, в креатив зайти? Йоу, а чё она у нас не работает, друзья? Погодите. Палка?
К сожалению, что-то как-то она не работает. Ты думал, она будет все автоматически взрывать? По идее, это так и должно работать. Ладно, нет, все равно. Карта просто шикардосная. Это не 10 из 10, это не 20 из 10, это 50 из 10. Это просто было шикарно. Крутой сюжет, круто все выполнено. Ни одного бага, все идеально было выполнено на высшем уровне. Это просто шикардос. Побольше бы таких нам карт, друзья. Напишите в комментариях вашу оценку этой карте. В последнее время я вижу, вы начали в комментариях оценивать... Погодите, почему... слишком много блоков, серьезно? Вы начали оценивать карты от подписчиков в комментарии. Это очень интересно. Какую оценку вы бы поставили этой карте? Напишите обязательно в комментариях. Да почему? Я хочу все взорвать, и мне не дают. Окей. Мы сделаем вот так. И TNT. Бум. Отлично, вот это уже другое дело. Поэтому напишите вашу оценку в комментарии, поддержите этот видос вашим Лукасом вверх. Подписчику будет очень приятно наверняка, если вы поставите ему лайк. Он обязательно нам должен сделать продолжение, это же просто шикарно. Поэтому, да, господа, ставьте Лукасы, подписывайтесь на канал, жмите бубенцы, оставляйте колокольцы и все вот эти вот приколюхи. Ну а с вами был Мистер Клен, и всем пока.